Добрый день, зрители и подписчики. Сегодня у меня обзор на пальто от российского бренда Caravan Wool. Данное демисезонное пальто я купил для себя на осень и весну. В принципе, иногда пальто в принципе нужно. Это все-таки классический стиль. А в спортивном на различные торжественные мероприятия ты не пойдешь. Будь то свадьба, там, на какое-нибудь свидание или что-то подобное, да. И нужно пальто, и тем более становишься взрослее, и пальто, я считаю, это нужный уже аксессуар, тем более пальто, кепка, хорошие туфли или ботинки кожаные, ну, в принципе, классика. Все должно быть по классике, все должно быть красиво, и ты должен выглядеть красиво. Кто-то со мной не согласится, это ваше дело, но вот я решил, долго думал, в принципе, с прошлого года думал, и вот надумал, и... В принципе, с прошлого года я еще не мог выбрать пальто, потому что я высокий человек, у меня рост 1,90 м, ношу 54 размер одежды, охват груди 115-116 сантиметров сейчас, поэтому мне трудно подобрать одежду, потому что если подходит по размеру, то длина рукавов короткая или, например, просто в груди не застегивается. И у нас все-таки в магазинах выбор небольшой, поэтому я... И выбрал на сайте Озон, под видео будет ссылка на данное пальто. Было их два вида этих пальто, этого бренда Caravan Wool, два цвета. Но цена различалась на 90 рублей. И купил я с большой скидкой. Изначально там больше 20 тысяч данное пальто стоило. Я купил за 7990 рублей. Но изначально, конечно же, цвет хотел взять другой. С больше фиолетовым отливом. Этот у нас темно-синий, сединой. Поставляется в коробке в обычной, запаковано. Единственный вот пакет остался такой, какой и был. А, видать, для того, чтобы лучше было проще упаковать, вешалку, которая поставлялась вместе с пальто, ее просто убрали при упаковке и просто сложили его, как оно было, и все. Итак, давайте перейдем к нашему пальто. Сейчас я сниму пакет, в котором оно поставляется, уберу вешалку и будем рассматривать. И вот вы видите наше пальто. Вот оно как выглядит. Спереди у него передняя планка, оно однобортное. Всего 4 пуговицы. Одна пуговица верхняя на большом отдалении от трех пуговиц, которые пониже. Это сделано для того, чтобы можно было пальто носить или наглухо закрывшись, или открыть его и получалось как типа такого теплого пиджака. Сейчас я вам побольше покажу это и все хорошенечко оценим. Итак, что мы с вами здесь видим? Материал вот такой, он у нас смесовый. Ну, большая часть составляет, конечно же, шерсть. Как говорил ранее, российский производитель. Информации об этом производителе не так много. В принципе, я в сети пытался что-то нарыть, но толком не найдешь информацию об этом производителе. Хотя очень... Много пальто они отшивают, различных мужских и женских. Как вы видите, у нас пуговицы темно-синие, но с таким интересным отливом. Они глянцевые, смотрятся, в принципе, очень хорошо. Брендирования никакого именно на пуговицах нету. Брендирование у нас, как сейчас многие производители делают, вот на левом рукаве, вот нашивка такая, сообщающая, что это бренд у нас Caravan Wool с такой вот подковой. Врезные карманы для рук. Пальто по себе, оно не классической длины, оно немного укороченное. Но не такое короткое, как, например, тот же морской бушлат. Я, в принципе, изначально искал там морской бушлат, но размеры. Я хотел взять немецкий морской бушлат. Получалось, что мой размер, но рукава коротковаты. Или, в принципе, ну, по качеству исполнения мне просто не придется. Американский морской бушлат или пи-код. Ну, мне не очень понравился и, в принципе, слишком дорого выходил. Хотелось что-то недорогое, в принципе, не очень дорогое, доступное нам. И, в принципе, вот мой выбор пал вот на этого производителя.
Карманы, как вы видите, вот имеют вот такую нашивку. Это, скорее всего, чтобы вот это не стиралось из-за того, что если руки туда засовывать, потому что у нас многие люди любят засовывать руки в карманы и ходить там. Ну, хотя я вот не люблю, честно вот говорю, не люблю руки держать в передних карманах. Как видите, подкладка у нас здесь вот такая. Очень хороший материал, плотный. В принципе, изначально я думал, все-таки будет немного подешевле сделан, да, но он вот реально дороже своих денег, за сколько его сейчас продают. Хотя вот заявленная цена изначально до скидки там 20 тысяч, в принципе, оно соответствует, потому что качество исполнения и материалы, из которых вот оно выполнено, вот та же вот подклад, материал плотный, не тонкий нифига. Вот именно плотный материал, очень хороший, гладкий такой. И карман. Рука вот входит полностью вместе с часами. Вот вы видите, я руку засунул, и пальцы я растопырил полностью. Карман достаточно объемный. В принципе, это очень хорошо, я считаю. Так, вот, как вы видите, вот у нас такой картонный флешер был в комплекте, на котором у нас указано как раз вот, что это у нас пальто мужское, модель Vincent 22, цвет синий. И размер 54-188. Мне идеально она подошло, идеально села и в плечах, и в обхвате в груди. И по росту. Вот мне главное, всегда вот проблема была именно с ростовкой. И вот, как вы видите, здесь состав ткани. 50% шерсть, 30% полиамид, 20% вискоза. Состав подкладки 100% поливискоза. И вот здесь адрес предприятия, где она отшивается. Почему-то изготовили именно ООО Protex, хотя, указывается, Караван Булл. Ну, в принципе, может быть, на базе этого ООО Protex как раз и находится бренд Караван Вул. Россия, город Москва. Все вот так. Вот здесь у нас Караван Вул. Единственное, что там вот указано на сайте Караван Вул, то, что они используют импортные материалы, импортные и российские, вот ткани, из которых они пальто отшивают, и итальянские, и российские. Я им написал вот письмо с просьбой указать, с какой ткани вот сшито вот это пальто, но ответа вот уже месяц прошел, до сих пор я не получил. Не хотят они общаться. Так вот. Вот такая же еще бирочка была в комплекте. Караван Вул. В сторонку убираем, больше не нужно. И идет в комплекте вот такой мешочек, в котором у нас находятся две пуговицы, большая и маленькая. Маленькие, конечно же, для рукавов. Потому что, как вы видите, вот на рукавах у нас здесь нашиты 4 пуговицы к ряду. Тоже клево очень смотрится. Они уменьшены на копии больших пуговиц с передней планки. Но смотрится очень-очень все хорошо, добротно. И кусочек ткани нашей. Ткань у нас такая толстенькая, не тонкая. В принципе, это очень хорошо. И вот для сравнения с тем же твидом от Джона Хенли, который используется на кепке. Здесь вот я ожидал, что вот будет такой толщины. Давайте посмотрим, что у нас спереди. А спереди, если расстегнуть пуговицы, вот, например, можно верхнюю пуговицу расстегнуть и сделать воротник, как у пиджака. Вот меня это удивило, потому что вторая модель, которую изначально я хотел купить, она была представлена на сайте Озон как раз вот с таким воротником. Пиджака. Вот как это будет выглядеть. В принципе, я вставлю фотографии, чтобы вы могли оценить, как это пальто сидит на мне, и воротник там и со стоечкой будет, как вот. Оно поставляется и как должно быть, когда, например, холодно и ты хочешь наглухо застегнуться. И вот так вот.
как пиджак. Как вы видите, также у нас присутствует вот такая нашивочка, которая используется как и петелька, чтобы можно было вешать пальто. Но я все-таки считаю, что лучше вешать пальто подобное на вешалку, на плечики, чтобы оно не теряло форму, не обвисало. Подкладка, как видите, у нас такая гладенькая и достаточно плотная. В пиджаках подкладка тоньше. Говорю сразу, вот здесь вот в пальто она толстая. И также имеется немного утеплителя там. Пальто достаточно легкое. Я ожидал, что будет тяжелее. У меня вот было пальто в свое время, но там пальто было достаточно тяжелое. Вроде бы толщина была такая же, оно было грубее. Это же пальто мягкое и, ну, приятное. Не слишком такое мягкое, как сопля, да? Но мягковатое оно и легонькое. Мне вот это очень понравилось. Потому что не хотелось бы, вот все-таки покупаешь демисезонное пальто, оно у тебя тяжелое, как не знаю что, и это жесткое. Это все-таки не шинель. Конечно же, она легче, чем шинель, и намного мягче. И пальто мягкое и не колючее. Если вот кого-то это интересует, пальто не колючее. Давайте вот раскроем, что у нас внутри. Как видите, вот такая подкладка. И также вот еще имеется нашивка, которая нам сообщает, что-то у нас вот караван вул пальто, 50% шерсть, 30% полиамид, 20% вискоза. Подкладка 100% поливискоза. И тут указан как раз размер 54-й, 188-й рост. Что можно с ним делать, как ухаживать. Вот. Имеется один внутренний карман. Всего три кармана у нас в пальто. Два врезных снаружи и один, вот видите, тоже врезной. Внутренний карман, карман для документов, как его считают, или карман для телефона, тоже с нашивкой, караван вул. Кармашек достаточно удобный, в принципе, документы туда, паспорт спокойно можно положить, или тот же бумажник кому-то, если это надо, но для телефона будет он маловат. Давайте пальто у нас перевернем и посмотрим, что же сзади. Кстати, пальто я еще на улицу ни разу не одевал. В принципе, холодно не так давно стало. Полы. Кстати, их я еще тоже не расшил. Это надо бы сделать. Как видите, сшиты-то они очень хорошо. Ну и, как я говорил ранее, я все-таки его не одевал еще на улицу. Потому что погода еще не предсталась такая. Ну, думаю, скоро уже. На следующей неделе у нас будет бабье лето на неделе. Там плюс 20 градусов. Хотя сейчас плюс 9, да? Пара дней будет тепло стоять, а потом опять уже на холод пойдет. Вот тогда, конечно же, я уже буду вовсю ходить в пальто. Вот так оно выглядит сзади. И, кстати, материал. Материал, надеюсь, вы все-таки вот рассмотрите. Вот видите, он вроде бы какой-то темно-синий, да? Но как будто как вот сединой. И вживую это очень клево смотрится. Очень, знаете, ну, необычно. Все-таки я привык к каким-то вот к однотонным материалам или с рисунком, а здесь она сама фактура вот у него такая вот, с такими вот вкраплениями, и как будто вот седина вот этого синего цвета, и из-за этого вот он очень такой интересный цвет получается. Вот то пальто, которое изначально я хотел купить, ну, оно кончилось, оно имело такой, знаете, фиолетовый отлив, хотя считаю, что все-таки лучше, да, вот было вот, все-таки вот этот, то, что выбрал вот это пальто, вот этот цвет. Пошито очень хорошо, качественно. Нитки нигде не торчат. И кто-то, вот, знаете, уже слышал такое, что вот можно пойти и купить на том же базаре. Я на базар ходил, послушал этих людей, но там нифига нет. И если что-то есть, то точно не мой размер. А если у тебя проблемы всегда с выбором размера, ты высокого роста и сейчас уже достаточно крупноватый человек, то трудно это найти. На заказ отшить пальто тоже не вариант. Я узнавал, только за работу просят, за пошив по самому пальто просят в ателье от 12 тысяч. От 12 до 15 выходит только за работу. Плюс еще сам материал. Минимум ты еще отдашь 1010 за этот материал. И еще не факт, что тебе понравится, что тебе сошьют. Понимаете?
Поэтому лучший вариант, конечно же, это вот взял, пришел в магазин и померил. Хотя, если кто-то любит, чтобы вот именно по нему было шито, конечно, даже ваш вариант, и все-таки посмотреть в дорогих магазинах. Но в моем городе выбор вообще невелик. В последнее время, тем более с этой пандемией, многие магазины вообще закрылись, и выбора вообще не стало. Поэтому вот такой вот вид у этого пальто. Пальто мне нравится и, в принципе, сидит по фигуре очень-очень хорошо. На фотографиях еще будет представлено как раз это пальто. Я фотографировался как раз в кепке из японского денима. Тогда мне еще, когда делал фотографии, не было кепки из ирландского твида. Поэтому вот вставлю, чтобы вы могли рассмотреть, как это пальто выглядит на человеке и какую длину оно имеет. В принципе, единственное, что я еще не купил под это пальто, так это шарф. С шарфами у нас тоже в городе проблема. Что продают, как бы неохота брать. Мне уже просто знакомые прикалываются и говорят, может, арафатку одеть, которую мне привезли в свое время, больше 10 лет назад. Ну, посмотрим. Посмотрим, как все это будет. Ну, пальто мне очень понравилось. Все-таки я сначала думал, что оно похуже будет, а получилось получше. Приятнее, цена очень хорошая, и само пошитое, и материал хороший. Мой отзыв все-таки наш производитель. Бывает, что радуют, и надеюсь, что будет это побольше. Ну, в принципе, на этом и все. Свой ролик я заканчиваю. Все, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну все, всем пока, счастливо.